Здравствуйте, друзья! Перед нами сегодня просто уникальный пион. Его, конечно, лучше один раз вживую увидеть, чем 100 раз услышать. Но я постараюсь вам представить сегодня этот удивительный, необычный сорт во всей красе. Лоис Чойс впервые зацвел в 1977 году, а зарегистрирован был аж в 1993. Ланинг. Так зовут отца этого удивительного пиона. Лоис Чойс – гибрид 4-го поколения. Его родители Куат и Сильвер Даун Микс – гибриды 3-го поколения. И дали этот удивительный пион. Он, так сказать, родоначальник пионов такой необычной расцветки, необычной цветовой гаммы, когда цвет у него не определен. Здесь и розовый, и кремовый, и коралловый оттенок переплетаются в одном цветке, и ты не сможешь предугадать, какой конкретно, да, вот что будет больше у тебя, розового цвета, кораллового, кремоватого. Анна Борисовна в своей гибридизационной работе часто использует этот пион именно из-за такого уникального цветового решения. Вот он неповторимый, узнаваемый. Ты с легкостью отличишь, вот даже не надо стараться и думать, какой же сорт перед тобой. Аналогов ему по форме и цвету нет. Цветет он ранний, средний-ранний срок цветения. Цветы очень густо набиты, такие прям плотно-плотно уложены лепестки причудливой волной, такой причудливой барашкой. Посмотрите, друзья, как интересно смотрится цветок. У него и кремоватый оттеночек, вот он. Рядом розоватый, такая внизу юбочка. И невысокий рост, 60-65 сантиметров высота взрослого растения на крупной листве. Такая листва свойственна гибридам. Листья прям большие, крупные, яркого, сочного, зеленого цвета и очень декоративно смотрится. Вот он, конечно, и во время цветения, и во время после своего цветения, когда вы уже уберете ему цветы, он продолжает смотреться очень декоративно. Он только начал раскрываться. Вчера раскрылись первые цветы. Посмотрите, как много еще совсем закрытых бутонов. Мы обязательно снимем, как раскроется вся деленка. Вот посмотрите, как интересно, друзья, выглядит бутон на стадии раскрытия. Кажется, что ему как бы не очень хорошо, да? Вот он как бы как старается что-то раскрывается. Но нет, это особенность сорта. Вот из таких чудных бутонов раскрываются невероятно красивые цветы с очень интересным цветом.